Здравствуйте, графиня, приехал я с поздравлением к старому князю Болконскому в день именин. Вошел к нему с приветствием, а он в каком-то бешенстве затрясся весь и обрушился. Шпион французский, Бонапартов прав, вон из этого дома. Прогнать такого доктора, волшебника такого, ведь это непростительно, он выжил из ума. Не сильно бы это грех простительный или грех смертный? Пошлем поговорить с вами. Вы обещали графине Ростовой жениться на ней и хотели увезти ее. Моншер, я не обязан отвечать на вопросы, делаемые в таком тоне. Когда я вам говорю, что мне надо говорить с вами. Ну, что? Это глупо, а? Вы негодяй и мерзавец, и я не знаю, что воздерживает меня. От удовольствия размажить вам голову вот этим. Обещаю вы ей жениться! Я не думал. Впрочем, я никогда не обещался, потому что... Письмо есть у вас! Есть у вас письмо! Поймите, что вы любите целую
преподобной моей супруге и вашей сестре. Но обещать девушке жениться, обмануть ее, украсть, как вы не понимаете, что это так же подло, точно привить старика или ребенка. Этого я не знаю, а не знаю и знать не хочу, но вы сказали мне такие слова, подло и тому подобное, которые я, как честный человек, никому не позволю. Что же вам нужно удовлетворение? По крайней мере, вы можете взять назад свои слова, а? Если вы хотите, чтобы я исполнил ваши пожелания, а? Беру назад. И прошу вас извинить меня. И денег, если надо, на дорогу. Доме бросить эту ненужную роскошь. О, как найти мне согласие самим собой? Я искал этого в заботе о помощи ближних. И в братстве масонов, и в учении о равенстве и любви. Искал в рассеянии светской жизни, искал в романтической любви. Любви к Наташе Ростова. Граф Петр Кириллович, курьер из Вильны, Наполеон стянул войска к нашей границе. Война, похоже, что война.